Всем привет, меня зовут Андрей Бабурица, и сегодня я вам расскажу и покажу, что же из себя представляет современный стрелковый комплекс, где можно пострелять из настоящего оружия, но также весело провести время большой дружной компанией. Ну что, готовы? Тогда давайте пробовать. Как понятно из названия, специализируются подобные комплексы именно на стрельбе. Арбалет, пистолет, ружье – выбор за вами. Бить по мишеням можно из своего оружия или взять на прокат. Как вы понимаете, мой вариант второй. Курс техники безопасности и инструктор прилагаются. И, как я понимаю, это оружие будет моим сегодня, да? Я могу его взять прям? Нет, вы можете. Брать его не надо, то есть берет его инструктор. Это оружие буду переносить я, то есть у вас нет разрешения. На площадке я вам его на номере после инструктажа, я вам его передам только со мной. Берем ружье. Ружье у нас обязательно переламывается. Пойдемте стрелять. Как правило, стрелковые комплексы находятся за городом, поэтому в комплект к развлечениям вы получаете чистый воздух и отсутствие ненужной суеты. Danger! Опасно! Сами площадки для стрельбы отделены друг от друга. Для стендовой, практической есть разнообразные тиры, в том числе и детские. Стрельба из лука, арбалета и метание ножей. Главное, что, вот смотрите, понять траекторию полета, да? Вылетает мишень, мы ее выпускаем, да? Она набирает высоту, мы двигаемся за ней, подходим вот так прямо, на мушку ее садим, бах, сразу нажатием, не выцеливайте ее. Как только поймали на мушку, нажимайте. Эй! Поздравляю! Да ладно! Вы видели? Друзья, я только в компьютерных играх, наверное, стрелял из оружия, но когда по-настоящему это испытываешь, ну это что-то невероятное. Также современные стрелковые комплексы отлично приспособлены для семейного отдыха, больших компаний и проведения тимбилдинга. На огромной территории расположен пейнтбольный городок, который можно использовать не только по прямому назначению, но и устроить битву снежками, например. Для ребятни детская площадка с качелями, горками и песочницей. Совсем скоро откроются трассы для покатушек на плюшках. Но после того, как вы активно проведете день, я уверен, что вам захочется перекусить. Так вот, привозите мясо и готовьте шашлыки. Здесь есть мангал, дадут дрова, ну а потом все это можно съесть вот в этой уютной беседке. Пойдем смотреть, что она из себя представляет. Вау, смотри, заходи. Здесь настоящая русская печка, то есть можно и перекусить, и в то же время прочувствовать этот колорит деревенский. Но если вы привыкли к более комфортной обстановке, тогда почему будете сходить в ресторан? Да, он тоже есть. Меня лично здесь подкупает такая загородная душевная обстановка. Ну и, конечно же, блюда русской и европейской кухни. Но если хотите просто перекусить, тогда есть фирменный бургер. Но мое любимое – это все-таки картошечка. Просто, но очень вкусно. Также зал отлично подходит для проведения любых видов торжеств – конференций, конгрессов, семинаров, корпоративных мероприятий. Стрелковый комплекс Кубекова – одно из лучших мест загородного отдыха, расположен в 5 километрах от Красноярска. Стрельба из разных видов оружия как для новичков, так и для опытных стрелков. Постоянные соревнования. Огромная территория и развитая инфраструктура, которая позволяет отдыхать семьями и большими компаниями. И что, друзья, на этом наша экскурсия подходит к концу, и я думаю, что мы сегодня вам доказали и показали, что современный стрелковый комплекс – это не только оружие и стрельба, но и отличная возможность отдохнуть с семьей или большой компанией. Ну, на этом все. Пока!